звезды на журнальных обложках сегодня – дело привычное. Но когда в конце 80-х Анна Винтур поставила на обложку американского Vogue Мадонну, это шокировало модную общественность. Но уже в 2002 году из 12 обложек американского Vogue 9 украшали звезды. Почему так происходит? Все просто. Журналы со знаменитостями лучше продаются. Правда, не все звезды гарантируют успех. По данным британских социологов, актриса Лиз Хёрли и модель Наоми Кэмпбелл, наоборот, отталкивают читательниц от изданий. Рекламные кампании. Вот где знаменитости выглядят абсолютно естественно. Это исконно их территория. Почему звезды продают товары лучше, чем профессиональные модели, нам рассказала Сильвия Дамиани, вице-президент одноименной ювелирной компании. Сегодня на рекламах Дамиани всемирно известная актриса Шэрон Стоун. Для рекламных кампаний мы чаще приглашаем актрис, чем моделей, потому что нам важно, чтобы наши клиенты узнавали того, кто на рекламе. А Шэрон Стоун знают больше, чем об обычной девушке-модели. За творчеством этой актрисы следят многие. Я не хочу сказать, что модели безлики, но ведь наши клиенты должны моментально узнавать, кто рекламирует наши изделия. Шэрон Стоун не только работает лицом марки, но и создает для Дамиани именную линию украшений. Кстати, американка не единственная звезда, работающая с домом как дизайнер. Известный актер Брэд Питт тоже делает ювелирные изделия для компании. Не поверите, но линия украшений для мужчин, которую создает для нас Брэд Питт, невероятно успешная. Известный актер разработал кольца для повседневной носки и маленькие подвески. Если Брэду Питту удалось приумножить доход ювелирного бренда, его возлюбленной Анджелине Джоли на рекламном поприще повезло гораздо меньше. В прошлом году известная актриса подписала рекламный контракт с американской маркой Saint John на сумму в 12 миллионов долларов. Однако это никак не приумножило продажи дома. Наоборот, бунтарка Джоли совсем не вызывала у покупателей ассоциаций с консервативной одеждой из кашемира. Но существуют и такие дома моды, где сотрудничество с представителями шоу-бизнеса считают излишним. Например, старейший французский дом Lanvin. Руководство компании утверждает, что их одежде ассоциации со звездами только помешали бы. Вещи от Lanvin и без того самодостаточны.